тренер сборной ДГТУ Алан Дадаев. Ваш краткий комментарий об игре и в целом о мини-турнире в Смоленске. Ну, что касается игры, несмотря на результат, я считаю, что это, наверное, лучшее из трех проведенных игр. Наверное, третий гол рикошетом, то, что залетел, немножко уже сломал игру. А так при счете 2-1, в принципе, чувствовалось, что команда могла додавить. Команда имела какое-то территориальное преимущество. Но футбол есть футбол, рикошет и результат, как говорится, на табло. Теперь, что касается самого турнира, прекрасно организован. Наверное, это лучшее, что есть в России сейчас, не считая там профессиональных турниров каких-то, да, профессиональных клубов. То вот это, наверное, лучшее, что сейчас есть в России. Кого-то из игроков нашей команды можно выделить? Тяжело выделять, когда команда проигрывает три игры, но и да и не хочется этого делать. Были люди, которые бились, а были люди, к которым есть огромные претензии в плане самоотдачи, в плане позиционирования себя в коллективе. Но это уже наше личное, частное, наверное, мы уже внутри своего коллектива эти вопросы решать будем. Все, спасибо.